Лицом араб, а душой русский. Офицер, а книгу люблю больше, чем шпагу. Любовник, которого не любили. Отец, которому не суждено видеть свое дитя. У этих загадок разгадок нет. Сейчас я снимаюсь в главной роли в фильме, который называется «Араб Петра Великого». Это по записям Пушкина сделали сценарий мои очень близкие друзья Фрид и Дунский. Мы с ними работали в фильме, служили два товарища, они писали сценарий этой картины. Они замечательные сценаристы наши и прекрасные ребята, так что с ними очень хорошо работать. В этом фильме я играю роль арапа, все время меня мажут в черный цвет. Почему-то, хотя эфиопы, они вообще не черные. Эфиопы, они такие желтоватенькие. Они темные, в общем, но они не черные. И много было скандалов, значит, что как меня красить, все равно я не похож на негра. И как там не закрашивать, нужно вот такие губы делать. А если такие губы делать и совсем закрасить, тогда лучше негра взять, правда? Сейчас связи международные у нас развелись. И поэтому можно взять негра, пригласить, он и будет играть. Но там весь смысл этого фильма в том, что этот человек, несмотря на то, что он черного цвета, он глубоко русский человек. И он просто немножечко не похож на всех других, и из-за этого все всякие у него неприятности и коллизии. Ну вот уж я не знаю, почему она так называется. Называлась она раньше «Араб Петра Великого», потому что так называется произведение Пушкина. Сделано это было по мотивам «Араба Петра Великого». Должен был я играть Ибрагима, так я его и играл, но фильм почему-то называется «Как царь вот его женил». Видно, кому-то показалось, что лучше, если картина будет не про араба, а про царя. И вот, значит, сделали такое странное название этой картины. Роль была очень любопытная, интересная, не думаю, что все получилось до конца, что мы хотели. Красили меня там в черный цвет, для того, чтобы я все-таки был больше похож на араба. То есть пытались мы вправить арапа публике, что вот Высоцкий да черный. Но уже сейчас в связи с этим я стал получать письма от зрителей, которые недовольны, почему я недостаточно черный. Если кто-нибудь есть в зрительном зале, который тоже так думает, могу вам сказать, что Ибрагим, араб Петра Великого, он был эфиоп. А эфиопы, они не такие уж, чтобы черные. Они шоколадные, как говорится в картине. И это раз. Во-вторых, пленка черную краску не берет. Нужно быть или настоящим негром, или просто говорить, вот это вот негры. На самом деле ничего похожего, потому что пленка, какая бы она ни была хорошая, она берет краску, а вовсе не черный цвет. Кроме всего прочего, я внешне не похож на арапа. Вот. Но ведь проблема не в этом. Дело в том, что этот человек, Ибрагим, он вовсе не был негром, хотя он был черным по цвету. Он взял в Россию в возрасте 4, по-моему, или 3 лет. Воспитывался он в России, воспитывался царем, проходил курс наук, потом был отправлен во Францию, проявил себя очень хорошо в гешпанской войне, в войне с испанцами, имел ранения, потом вернулся, имел там роман бурный, вот, который кончился тем, что его вынуждены были отозвать обратно. Уж очень он там похулиганил. И вот царь Петр его отозвал обратно в Россию. И дальше развивалась эта история его женитьбы на Наталье, которую в картине у нас играет замечательная актриса, молодая Ира Мазуркевич. Вот вернулся он. Вообще, я вам должен сказать, что он был необычайно талантливый человек. Этот самый Ибрагим, уже потом, он строил много укреплений. Они существуют, эти укрепления, до сих пор. Он строил в Западной Белоруссии, недалеко от Гродно, и на Украине, и так далее. Сын его был знаменитым флотоводцем, отличившимся во многих баталиях. Вообще род был такой, кровь довольно сильная была там. И вообще всегда говорят, когда кровь мешается, тогда получается толк. Самым последним знаменитым из этого рода человеком был Александр Сергеевич Пушкин. Так что это тоже накладывало какие-то обязательства на меня, и должен был я играть человека любопытного. Что получилось, не знаю. Я совсем, когда работал, не держал в уме, что этот жанр такой острый ли комедии или лирической комедии, нет. Мы просто пытались играть ситуацию, в которую попал этот человек, а она, в общем-то, не очень веселая. Там вокруг очень много комедийных персонажей, очень много комедийных ситуаций, шуточных, очень много ярких сцен.
А с этим-то человеком происходит довольно трагическая история. Это история его падения за то, что он не согласился с царем по поводу того, что его хотели оженить, как это принято говорить. А у него есть свои принципы, и он отказался. И тверд до самого конца. Хотя, в общем, отказывает по форме довольно мягко, не кричит, не впадает в истерику, но, в общем, от принципов своих он не отказывается до самого конца. И даже в конце картины, когда все-таки получилось по цареву, что ли, если так можно сказать, то все-таки он женился на этой девушке, которую он по-настоящему любит. Но сделал он это потому, что он увидел, что она тоже имеет ответные чувства к нему, а вовсе не потому, что он себе изменил. И он даже об этом говорит: я своим мыслям о жизни остался верен до самого конца. Вот спрашивают меня, какая-то, есть ли какая-то разница между тем, что я делал раньше, и что я делал в этой роли. Ну, может быть, по форме, наверное, есть разница. Потому что я в этом фильме более сдержан, почти никогда не даю воли нервам своим на экране, что ли, не выплескиваюсь особенно сильно, что я делал раньше в других картинах и на сцене. Ну, я думаю, не имеет смысла рассказывать, о чем я думал, вернее, о чем мы думали с режиссером перед тем, как начать работу над фильмом, потому что пусть это при мне останется. А то, о чем мы думали, это будет видно на экране, и зритель сам увидит, о чем мы думали. Но тут уже вопрос в том, получилось ли все, как мы предполагали, или нет. Думаю, что, наверное, нет, не все. Вы знаете, это у меня особые счеты с Арапом, потому что я собирался снимать совсем другое кино. Вот, и меня втравили в эту авантюру, сделали какую-то полуоперетту. Все это было значительно серьезнее и любопытнее. Хотя фильм, в общем, все-таки сделан достойно, и на общем фоне он выделялся. В этой картине были песни, которые, как часто бывает, в кино не входят. Но я их написал, честно написал, как мы и договаривались. Песня была вот в каком виде, когда Ибрагим, выгнанный отовсюду с работы, потом у него его лишили преподавания, сломали ему школу, выгнали его из дому, и он такой обездоленный человек, значит, в немилость впавший, в царскую немилость. Вот, он ходит по местам, где раньше были стапели, где стояли корабли, которые он строил, а там колодники, каторжники сидят и долго обсуждают, жалеют его, что вот он, мол, дескать, такой черный, к нашим морозам непривычный, и что в Африке у них снегу нету, и что вот жалко, что нету у них снегу, потому что как же озимые там растут. Вот. Ну и потом он подходит к ним, они ему даже водочки предлагают, эти колодники. Ну, он не пьющий человек был, Ибрагим. Вот. Но все-таки он их просит попеть что-нибудь. И они ему поют песню, которая так и называется «Разбойничья». И они поют эту разбойничью песню. Я вам ее спою, хотя ее в картине вы не услышите. Я дальше об этом скажу, почему. Не мешает гитара, нет? Как во смутной волости, лютой злой губернии, выпадали молодцу все шипы до тернии. Он напиты зачерпнул полные пригоршни. Ну а горе, что хлебнул, не бывает горше. Траву хоть залейся, благо денег не берут, сколь веревочка не вейся, все равно совьешься в кнут, все равно совьешься в кнут. Ах, лихая сторона, сколь в тебе не рыскаю, лобным местом ты красна, да веревкой склизкою, а повешенным сам дьявол сатана. Голы пятки лишит, смех да задма честна. Не пожить и не выжить, ты
Ты не вой, не плачь, а смейся. Слез-то нынче не простят. Сколь веревочка не вейся, все равно укоротят. Все равно укоротят. Ночью думы муторней, плотники не мешкают. Не успеть к заутренней, больно рано вешают. Ты об этом не жалей, не жалей, что тебя срочка, а на веревочке твоей нет ни узелочка. Лучше ляг ты обогрейся, я малокасни не просплю. Коли веревочка не вейся, а собьешься ты в петлю, а собьешься ты в петлю.